7 июня под руководством главы района Заура Хамирзова в администрации прошло совещание оперативного штаба, в работе которого приняли участие главы сельских поселений, директор филиала акционерного общества «Газпром» газораспределения «Майкоп» в ауле Кашихабль Султан Ляфишев, руководитель филиала номер 4 по Кашихабльскому району Центра труда и социальной защиты населения Рамазан Агиржануков. На совещании обсудили вопросы реализации федеральной программы «Дуга» газификации населенных пунктов района. Напомним, что социальная газификация – новый проект, реализующийся в стране по поручению президента России. В рамках проекта государство гарантирует только бесплатное подведение газопровода до границы участка, если для этого есть техническая возможность. А вот в границах своего участка собственнику дома необходимо самостоятельно оплачивать проект газоснабжения, нести расходы на приобретение оборудования. Ранее главам поселения было поручено уделить особое внимание сбору информации о негазифицированных домовладениях. По итогам совещания принято решение продолжить заявочную кампанию по дегазификации и усилить разъяснительную работу среди населения.